You never find it in any other hotel in Hurghada. Ice skating and bowling. Братика we have нашего also еле billiard слышно. Room, internet, Wi-Fi, free in the lobby. And the room is extra charge. How much? Nearly 4 euro per hour. We have also for sports, we have 2 tennis courts, free of charge. We have croquet field. Also, we have many football field in the hotel. We have mini golf also, free of charge. Fitness room, gym, but free of charge. Jacuzzi, steam, massage, sauna for extra charge. For the swimming pools, we have one big swimming pool divided into two parts. The first part is heated, the second part not. We have also kids swimming pool outside. We have new aqua park, 8 slides for children, 6 for adults. Aqua park is heated in winter. So till end of March, aqua park will be heated. When it comes to the rooms, we have different room types. We have a standard room. Sure. Now we will see two types of rooms, standard and the deluxe. For standard room, we have standard double room, twin bed or king size. We have also family, two types of family rooms, family suite and family connected. The difference is family connected, it can be two separate rooms, but with a door between. So two separate. So once you book Alibaba, you can have the same facilities in all the three hotels, sister hotels. But right now, Aladdin and Jasmine is temporarily closed. Once it will open, so the guest who book any one of these hotels, he can have all the three hotels. Okay? So, would you please come with me to have a tour? Почти. Thank you so much. Any да. Questions? Нормально. Спасибо. Все наш друг он рассказал. This is the Italian restaurant. Italian and Ringo 3 are renovated. О, итальянский ресторан. Смотри, какой симпатичный. Ну, очень симпатично, кстати. Чем почуют в итальянском ресторане. Все, уже все съели. Уже все съели в итальянском ресторане, то есть пойдем. Идем смотреть каток. Сейчас покажет. Вот, у них есть каток и боулинг. Сейчас воду будет залить. Кстати, каток платный. Сколько каток стоит? How much? How much? Ага. Каток. Каток. Ну, кто хочет в Египте покататься. Боулинг, вы работаете? Можем поиграть. Боулинг работает. Боулинг работает. Каток не работает. Каток будет работать. А не холодно тем, кто играет в боулинг? Подогретые приходят. Не, холодно. То кто на бухгалтере просыпается, в один има, пришел, лётика. А да, я скажу. Самое главное, чтобы ты не начал хребты. Ну, прикольно. О, мини-клуб. Аня, сейчас мини-клуб работает или нет? Работает, да. Нет. А или сейчас мини-клуб такой. Стоп. Стоп, мини-клуб. Лёха. Я вырос. Бога покатати.
Бывает, да? Давай, давай, малыш, давай, давай, ты раздавишь. Не говори, потом чем дети будут? Одна игрушка на всех. Чем дети будут играться? Ну, нормально. Ну, какие-то по $3 эти фрешики, наверное. Ну чё, хорошая четверочка такая, живенькая. Все так достаточно. Прикольный. Какой. Шумный. И цена у него хорошая все время. Все, да. Вот и ты будешь тоже здесь. Все твои фолловеры перейдут ко мне. А у меня алкоголики. И на камеру сказал. Я удалила. А я ничего не удалять не буду. Пусть. У тебя нормально. Симпатичный такой. Это кальянная, наверное, ихняя. Вот. Полотенечки дают. Сколько у нас градусов? А ну, 26. Привет, друг. Отлично. Площадочка такая. Теннисный столик. И еще раз. Алибаба, четверочка. Сейчас пойдем номера посмотрим. Чувствую. Делюкс это полностью. Это еще и делюкс. Пустите. Делюкс. Ну чё. Симпатично. Да, да. Прекрасные большие номера. Симпатично. Нормально. Вообще, да. Их не богато. Еще и... Лучше, чем в Бороде. Да, кстати, тут слишком больше. О, да, это важно, это важно. Да, что? У меня точно такий сам. Мила, нуляш, подивись. Космик. Мне можно, я засну. А где мини-бар? Мини-бар платный. Ого. Что, нема кварчика? Вот так, даже подняна. Вскрывай. Распаковка. Распаковка. Вода. Вода. На море нехер бухать. Все. Сказали знающие люди. Сказано тех, кто мне бывает. Ну что, зелененький такой. Ну, старший немножко. Но номера хорошие. Зелененький, да. Идем на пляж. Лайки можно ставить? Да, сейчас подпишем. Сравнять, допустим, кінгтут и свинс. Ты что? 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 Да ты, блядь, да головы, блядь. Огонь вообще. Мне люди довольны были с кинцем. Конечно, я запрошел. Типа там ты. А я там их не взял для него. Да, и на день были. Мы постоянно вечером вечеряли. Какие мужики? Да, потом все. Ну, правда, есть? Не знаю, кем. Отдыхали? Да. Пляж. От
тут я жив, все, я в Аладдине жив. Да, сюди ходив. Я пам'ятаю, перший раз я тут напухався, блин, на цьому пляжі. Ну, це снег, ресторан. Дуже неплохой отель за свої деньги. Люди живенько. Живенько. Можно вон от ветра загородиться или от лишних глаз. Пляжик такой. Да, Море. Это горка. Море. Камушки. Камушки. Кораблики там какие-то стоят. Можно на пляж ходить в жасмин. Тут. Можно ходить на другой пляж, так что, если что. Там